Без хлорки загрязнение Волги. В Новоульяновске ввели в эксплуатацию очистные сооружения. Верхние очистительные сооружения городской канализации Новоульяновска положительным образом вписываются в рамки федерального нацпроекта «Оздоровление Волги». Ранее сточные воды сразу попадали в водоем и существенно загрязняли его производственными и бытовыми нечистотами. Сегодня, благодаря новой технологии барабанной фильтрации, не требуется применение хлора, что существенно влияет на экологию и окружающую среду. Ну вот этот блок биологической очистки ББН-1 на 2000 кубов в сутки, он предназначен для полной очистки сточных вод от загрязнений, от микробов, от всяких бактерий. Комплекс очистных сооружений состоит из систем механической очистки, биологической очистки и установки ультрафиолетового обеззараживания. Завершаются работы по оснащению лаборатории. На предприятии проведены гидравлические испытания на герметичность и прочность. Губернатор Сергей Морозов посетил новые очистные сооружения Новоульяновска. В ходе рабочего визита он наградил лучших работников предприятия. Новым очистным сооружением Новоульяновска очень рада городская общественность. С открытием новых очистных сооружений у нас появились просто невероятные, хорошие, светлые будущие, надежда на него. Мы знаем, что будут открыты новые рабочие места, а значит, у нашего города есть будущее. Современная канализация сегодня – это комплекс оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для организованного приема загрязненных сточных вод, а также их удаления за пределы населенного пункта по системе трубопроводов. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.